Всем привет! Основной достопримечательностью Керчи является гора Митридат. А сама Керчь, пожалуй, единственный город, в центре которого стоит гора. На горе еще сохранились развалины древнего города Пантикапей, которому более 2600 лет, где, согласно легенде, бросился на меч великий враг Рима, преданный всеми, царь Пергама и Боспора, Митридат, в честь которого и была названа гора. Интересный факт. В августе 1820 года в Керчи побывал Александр Сергеевич Пушкин. Зная древние истории города, поэт первым делом отправился на гору Митридат. Его так впечатлило древнее городище, что он посвятил несколько строк с описанием местности Керчи в романе «Евгений Онегин». На горе Митридат установлен обелиск Славы защитником и освободителем Керчи в Великой Отечественной войне.